Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Я расскажу вам сегодня об автомобиле, который постепенно дорабатывается, дооснащается различными опциями и таким образом становится все более и более насыщенным, функционально и в целом превращается из некой заготовки, а именно так я лично отношусь к автомобилям Toyota, в автомобиль, который уже насыщен достаточно, чтобы чувствовать по-настоящему высокий уровень комфорта во время поездок. Мы уже выполняли работы по шумоизоляции, мы демонстрировали вам замену тормозов в этом автомобиле, множество других опций, и нас еще множество других работ ожидают в этом автомобиле. А пока расскажем вам про то, как в сиденье установлена была подколенная опора. Многие знают, что автомобили Toyota, к сожалению, обладают достаточно короткой передней частью, и ноги свешиваются, точнее, начинают свешиваться слишком рано, из-за чего весь вес приходится на ягодицы, спина сильно напрягается, ведь она вынуждена балансировать, да, на сидушке, и все это приводит к достаточно быстрой усталости. В автомобилях Toyota Highlander последнего поколения используются сиденья, которые точь-в-точь, по крайней мере передние сиденья, напоминают сиденья от Toyota Camry 70-го кузова. В общем-то, это они и есть на самом деле. Поэтому, когда мы столкнулись с задачей дооснастить, перешить салон, нам сразу стало понятно, что лекала от автомобиля Camry подойдут. Но в этом сиденье есть функция вентиляции завода, а также подогрев. И нам надо было установить подколенную опору таким образом, чтобы штатные функции не пострадали, а наоборот, комфорт от использования кресел вырос. И нам удалось это сделать. Разработанные нами механизмы крепления позволили доустановить подколенную опору, которая существенно удлиняет сиденье не только в разложенном состоянии, а у нее ход порядка 5 сантиметров составляет максимальный, но еще и в сложенном состоянии. Поэтому должен вам сказать, что качество поездки в таком кресле стало гораздо лучше. Специально сделали только одно кресло, водительское, чтобы сравнить качество езды водителя и пассажира и таким образом продемонстрировать то, как выглядит кресло до и после фактически. Именно с механической регулировкой мы устанавливаем подколенные опоры в большинство моделей автомобилей Toyota, но для 200-ки и для LX есть также решение и с электрической подколенной опорой. Этот ролик у нас сразу отправляется в плейлист, посвященный подколенным опорам. Здесь есть на него ссылка, так что переходите. Ну а автомобиль Toyota Highlander, который перед вами, наверное, один из самых насыщенных, если не самый насыщенный по опциям, среди всех тех, которые в целом присутствуют на российском рынке, эксплуатируются, и думаю, что он будет насыщен максимальным количеством опций из тех, что мы можем предложить. Поэтому следите, лайкайте это видео, подписывайтесь на наш канал, не забывайте кликать на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. И, конечно же, я вас призываю перейти в описание к ролику, найти там ссылки на наши аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и в ТикТоке. Там, ну, несколько иного свойства контент. Мы демонстрируем различные подготовительные работы, процесс исполнения заказов и, конечно, открываем какие-то интересности и тайны из нашего процесса производства. Так что скорее переходите, подписывайтесь. Ну а я всем желаю комфортных поездок. Будьте здоровы и счастливы. Пока!